Рецепт приготовления бургеров на гриле с индейкой, цукини, луком и сыром. Нагреть гриль до высокой температуры, слегка смазать решетку маслом. В средней миске смешать цукини, лук, сок лайма и масло, приправить солью и перцем, мариновать при комнатной температуре 15 минут или поставить в холодильник на 1 сутки. Досмотришь инвидо, и я предложу записать список ингредиентов. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Теперь о составе нашего блюда. Растительного масла 2 столовые ложки, средних цукини 3 штуки, красного лука 1/2 штуки, сока лайма 3 столовые ложки, соли молотый перец по вкусу, индейки 650 грамм, порошка чили 2 чайных ложки, нарезанного сыра 120 грамм, хлеба 4 ломтика, авокадо 1 штука, количество порций 4. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Друзья, до новых встреч!